Компании из 17 стран мира представили свои стенды в экспоцентре на Красной Пресне на 28-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2016». Выставка проводится с 1975 года, демонстрирует достижения и задает курс развития отрасли на год вперед. Более 300 российских и зарубежных экспонентов, около 50 тысяч посетителей. «Связь-2016» – ключевое событие отрасли инфокоммуникаций. В этом году выставка впервые проходила в рамках Российской недели высоких технологий. Мероприятие пользуется поддержкой со стороны профильных министерств и ведомств, руководители которых ежегодно с интересом посещают ее. Отрадно, что вот откуда представленность компаний, технологий, наших коллег из других государств все возрастает. У меня есть лишь одно пожелание к участникам выставки, гостям выставки. Всегда помнить, что в центре любых технологий, самых современных новинок, всегда остается человек, в данном случае это гражданин Российской Федерации, ради которого мы развиваем самые современные услуги связи. На стендах были представлены новейшие разработки, современное оборудование, передовые технологии и услуги в области инфокоммуникаций. Возможности орбитальной группировки спутников связи «Ямал» представила компания «Газпром Космические системы». Российский спутниковый оператор принимает участие в выставке вот уже более 20 лет, из года в год демонстрируя свои новые достижения. Мы перевели спутник «Ямал-300К» из позиции 90 градусов в 183 градуса. Таким образом, наш спутник теперь самый восточный спутник российской группировки. Напомню, что группировка у нас состоит из 4 спутников, на которых мы предоставляем частотный ресурс для наших клиентов и телевизионные услуги. Через 4 спутника компании сегодня транслируется свыше 300 телевизионных каналов. Вещание идет на всю территорию нашей страны, Европу, Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Услугами пользуются клиенты более чем из 100 стран мира. До 2020 года планируется запуск еще 2 спутников. Активно развивается и наземная инфраструктура. Сегодня в Щелкове расположен современный телекоммуникационный центр. В скором времени по соседству появится еще один стратегический объект компании – сборочное производство космических аппаратов. На базе ресурса спутников «Ямал» предоставляется большой спектр телекоммуникационных услуг. В частности, на стенде компании можно было ознакомиться со спутниковым терминалом широкополосного доступа в интернет. Услуги ШПД спутниковый оператор предоставляет по всей России. «Связь-2016» – это в первую очередь деловая площадка для обмена опытом между профессионалами отрасли для развития бизнеса. Так, руководство компании «Газпром Космические системы» провело ряд встреч и переговоров со своими партнерами и клиентами. Чтобы создавать спутники, которые были бы конкурентоспособны, услуги спутников, необходимо понимать пользовательский уровень. Здесь вы видите, много представлено именно технологий, прежде всего, для конечного пользователя. Для нас участие в этой выставке, с одной стороны, это площадка для работы с нашими клиентами, а с другой стороны, мы здесь смотрим наших коллег, которые работают на уровне оборудования, на уровне услуг. Олеся Богданова, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».